И всем привет! Вот мне прислали еще сохранение игры. Давно, кстати, уже никто не присылал. Ух, сколько курей. В общем, где-то я тут появился. Еще вообще сам даже ничего не смотрел. Мне там давали карту. Я, как всегда, уже забыл. Посмотрел сначала, а потом забыл. Так, рубашка, это шлем надо одеть. На всякий случай. И броник. Так, тут где-то ружье было. А вот оно. Лежит. Улучшить весь еды. Вот патронов нет. Думаю, найдем. Че, блин, вентилятор крутится. Так, пока выключим тебя. Настолько тут и жарко сейчас. Так, руда всякая. Всякая разная. И то же самое. Так, ага. Патронов нет, но можно сделать. Ну, пускай будет. Че бы не, давай возьмем туда вот этих вот штучек и порох. А где порох? Эти штучки без пороха бесполезны. Так, это стройматериал. Печек целая куча. Диванчики. А вот патроны, кстати говоря. Можно было ничего не брать. Так. Зажигалки возьмем. О, думаю, мне этого хватит, чтобы поразвлекаться. Курочки! Так, ну кормить я вас не буду. Ух, тут изобилие всего. И тут тоже немало. Так, что у нас тут за вышка такая? Медведь забухтел. Мне показалось. Вряд ли показалось. Да, вон он. Да, елки. Вот как он внутри территории оказался? Или это не... Ну ладно, я поставил. Мы его сейчас грохнем. Сейчас только спустимся вниз по этому же лифту. Только зарядиться надо. А то так это... Ой, блин, а тут нет выхода. Ай-яй-яй. А, так можно так сделать. Пожрать я с собой не взял? Конечно, нет. Мины. Видать, боты сюда переплывают. От мины, смотрю, стоят одна в другую сторону. Но они, если одна активируется, они все зарутся сразу. Поэтому как бы есть недостаток. Так, чем кормят нас в сумочке? Ладно, ничем. Кролик? Ути, какой хороший. 10-й левел. Гуляй, ну гуляй, так. Осмотримся еще немножко. Так, о, тут фазенда. Посидеть можно, порелаксировать. Ух ты, ё-моё. Аж зелено в глазах стало от этих мертвых кроликов. А что с него пойдет? Ну, шкура должна такая упасть. Ну, ткань и все. А с курицы выпадет только одно перышко. Так, ну это скоро здесь рядышком вход в пещеру. Понятное дело. Опа, сейчас я посмотрю эту фотографию, которую мне скинули, где что находится. Так, ну что ж, я посмотрел. Так, идемте тогда сразу в охотничий домик, он как раз тут близко. Сначала исследуем все наружное пространство, потом пойдем, нырнем под землю. Поскольку день уже заканчивается, ничего страшного. Можно и под воду сплавать ночью как раз. Так, это у нас ловушка, я так понимаю, на зверье. Покоцан уже, кстати говоря. Где-то здесь, если я не ошибаюсь, ягодка. Судя по карте. Это мне не совсем фотографию, карту прислали. Ага, вижу, вон он домик на камушке стоит. Замечательно. С карты оно лучше, конечно, чем бегающий самому.
Так, не так, это мне вообще-то не нравится. Так. Медвежка погнался за Олежкой. Промахнулся один раз. Черт побьёй. Так, давай-ка. Ну вот, уже есть что поесть. Вот еще есть что поесть. И даже сумочка есть рядом. Оп, нормально. Все, на ужин у нас готов. Так, поехали наверх. Там мостик есть? Нету. Так, на всякий случай берем нашу уравнителя. Правда, немножко не прокачан, но не страшно. О! Ну это просто бонус какой-то. Теперь у нас еды не то, что много, а просто завались. Как гуталина. А чё руки не моешь? А вот, тут моет. Охотничий домик. Да, действительно, она продала свое название. Только тут даже все есть. А спичка? Спички есть. Абдулла, поджигай. О, тут тоже запас всякой разной есть. Бинтики. Аптечка. Ягодки, водичка. Кстати, блин, ни одной фляги. А, вот, ну ладно. Я с вашего позволения заберу. Уже хочется, говорит, ему поесть. Ну что ж, подождем, пока приготовится. Что так сделано неплохо, стеклянная крыша. Чтобы света как можно больше попадало, чтобы не надо было пользоваться электричеством. А вечером себе, пожалуйста, сел возле печки. Почему нельзя вот сесть? Я вот хочу вот на вот эту половинку сесть. Нет, нифига, говорит, ты сядешь только на левую сторону, а не на правую. Жир, ну, в принципе, мне как бы не особо-то сейчас нужен. Если честно говоря. Зачем я пепел взял? Все по привычке. Так, не сготовилось еще. Вот и все и приготовилось. Хрум, хрум, хрум. Дайте про запас. Разделить. Молодец, съел. Ну ладно. Не знаю, правда, как, но он его съел. Ну, мы даже не заразились, так что дуракам везет. Хорошо, это мы осмотрели. Плюсик поставили. Пошли дальше. Пока еще совсем не стемнело. У нас есть магнум, у которого есть фонарик. Это же нормально. Правда, он светит, конечно, в небо фонариком. Это, конечно, идеально. Делать фонарик на оружие, чтобы он светил не вперед в себе, освещал медь, а в небо светит. Чтобы всем показывать, где ты находишься. Идеально. Особенно для сервера хорошо подходит. Так, подождите, это же я же изи поставил. Теперь смотрите, и на изи появляется животное 4-го левела. Только сейчас обратил внимание. Не понял. Ну давайте проверим. Может, я что неправильно сделал, но сохранись. Выйди в меню. Одиночная игра. Вот профиль 2. Легко стоит. Опа! Ха-ха. Прикинь. Легко. Так, вижу котейку. Так, ну судя по карте, дом на дереве должен быть где-то здесь. Ну что-то я, то ли я что-то неправильно карту прочитал, то ли домик дальше. То ли я просто тут не нашел его. Дерево должно быть большое, наверное. Или я что-то... Подожди, сейчас надо еще раз карту, может оно выше находится. А, вон что-то там торчит. То не домик ли случайно? Да, вон что-то есть, какая-то платформа. Я просто тупо не дошел еще. Так, кошка, нет, они... Даже не думай. Сейчас посмотрим, что за домик на дереве. Или это не тот домик. Походу, я его не нашел. Ну что-то дерево как бы нет. Это для кошки, что ли, сделано?
Может, отсюда увижу. Я его, походу, пробежал где-то. Ну ладно. По-моему, я уже говорил, но он поменял все-таки звуки по снегу, когда прыгаешь. Ну, прикольно стало. Раньше другой звук был. Ну ладно, ждем утра. И с фонарика, конечно, можно ночью ходить, но факт в том, что когда ты бежишь, а ты светишь в небо, вот нафига, спрашивается. Ему надо анимацию менять. Если ты включаешь фонарик, он не должен руку поднимать вверх. Ну вот, иначе в этом смысл какой? От фонаря. Смысл сразу теряется. Блин, я, по-моему, где-то то ли не дошел, то ли перешел. Вроде по карте как бы где-то типа здесь, а найти не могу. А вот, все-таки волчок есть первого уровня, все правильно. Так, ну, в общем, судя по карте, вот от этого краешка надо подниматься вверх. Я ж там был. Или даже вот от этого. О, что в сумке? Чем нас кормят? На изи-то. Перышки, медицинской сумки, биотопливо, классно. Ну, давайте еще миска, что ли, подоберем. Заодно и руки помоем. Спустимся вниз. Фонарь каждый раз выключает, после того, как он руки... В смысле, как после того, как его прячешь. А, ну еще раз. Да, он выключает и фонарик. Ну, разумно, конечно. Зачем тебе в кармане светиться? Или в кобуре? Так, сейчас я еще раз карту посмотрю. Так, ну все правильно. Вот строго вот так наверх идти, и я должен попасть на домик. Если я ничего не путаю. Кстати, заметьте, теперь появился туман. Ну, в смысле, как бы этот. Брызги воды. Брызги воды и так были. Ну, тут такой, как туман, действительно идет. Неплохо. Я, по-моему, такого раньше не видел. Домика я так все еще не нашел. Ё-моё, я ходил вокруг него да около. Вот он. Этот домик. На дереве. Прикольно сделано, как будто этот вот как его. Как будто бы оранжерея для дерева. Или как теплица для дерева, что ли. Для одного единственного. Ну давай, ходи. Так, тут есть всякого разного. И тут еще и печка есть. О, у меня мясо как раз есть. Дай-ка мне. Ну вот. Нормуль. Так, уже и светает. Отлично. Считай, ночь пережили. Сейчас я подкреплюсь. Давай чуть наверх, что ли, подвинемся. Недостаточно энергии? В серьезном смысле? Ну ладно, здесь, походу, бейсю командора нету. Да не походу, его здесь нет. Нет достроено. Ну ничего страшного. А как же наверх туда попадали? Разрушили лестницы, что ли? Непонятно. Сбоку, наверное, было какие-то леса. В общем, ладно. Неплохо так выглядит, в принципе. Фонарик можно уже и выключить. Давайте сбоку хоть посмотрим на него. Блин, как я проходил? Короче, ладно. Либо на карте не точно, не, скорее всего, я просто тут не дошел туда, куда надо. О, так будет даже лучше. В натуре похоже на этот. Как для одного дерева теплица. Ну что ж, теперь смотрим так называемую базу НЛО. Она вроде так называется, если я ничего не путаю. Куча ветряков, миллион ветряков, я бы даже сказал. Кто там забубнял? Лучше не подходи. А, он стоит на этом камне. Ё-моё. Золотая рыбка. Так, я так понимаю, здесь можно войти. Тут лифт. А где кнопка? М. А, вот. Не заметил. Приехали. Так, где еще вход? Вот он вход.
кнопочка на месте. Поехали наверх. В базовое НЛО. Я еще раз проверю, пока едем. Да, ничего мы не путаем. Все правильно. Это и есть база НЛО. Ух, ядрен матрен. Аж голова пестрит от всего этого изобилия. Генераторов куча. Биотопливо. Патрончик, в смысле заготовки для патронов. Одних только шестеренок, миллион. Ё-моё. Золотая рыбка. Все синее. Куча всего. Да ёшкин кот, сколько тут. Ай-яй. Не застревай. Воды, фига себе сколько. Немножко солнечных панелек, гвоздилинчик, кокульки, только в кокульках не кокульки. Угля сколько, ёшкин кот. Древесины. Так, как туда еще выше подняться-то? Или здесь нет? А, есть, вот, еще лифт. О, то тут полноценная база. Полно всего, диванчики есть, можно посидеть, полюбоваться панорамным видом. Так, давайте кусочек мяса съедим. Кондишн. Хватит энергию тратить. Не так уж и жарко. Ключики есть, кстати говоря. Можно взять один ключик, посмотрим на всякий случай, что там попадается. Я еще свои игры не открывал. Грибов сколько, ё-моё. По 100 штук они стакаются. Не знал. Так. Супчик есть. Давай-ка втопчем супчика. Так, и мяско. Ну ладно, отлично. Шикарно, я бы сказал бы. Кроваточка. А выхода туда наверх нету, что ли? А надо еще раз выше подняться. Ну вот. Обслуживать ветряки как-то надо. Офигеть, сколько ветряков. Но они сейчас, походу, ничего не дают. Плюс 0,1 дают. Ну, их так много, они действительно дают. Энергии тут есть этот вот. Basic Commander вообще должен быть. База НЛО. Где ты? Где ты прячешься? Basic Commander. Или расширитель. Не вижу. Балкончик прикольный. Так, вот там вот еще в горах был домик написано. Вот тут где домик на дереве. И где-то еще домик охотничий должен быть. Ну, наверное, вот то, что мы видели, вот в той стороне, то, что была структура такая. Вот база есть. Еще одна какая-то домик. Сейчас почитаем, как называется. Это у нас рыбацкий домик по карте, если смотреть. Там, вот там где-то боты должны быть, с той стороны. Их должно быть отсюда видно. По-моему, вон их не домик. Ну ж, пошли осматриваться дальше. Пошли в рыбацкий домик. А вот и домик. Рыбацкий. Здесь можно само, кстати, в этом озере. Ну так, в принципе, как и в любом другом озере. Именно маленьком озере. Ну вот, тут прям панорамный вид. Кресло есть. Так, ну-ка, а ну встань. Удочка тут есть? Даже у меня с собой удочки же нет? Нет. Так, что тут у нас? А, вот удочка есть, отлично. Ну-ка, ну-ка. Блин, замахнуться, как говорится, можно, а вот пульнуть нельзя. А если так сделать? И сесть. Ну, вроде бы клюет. В смысле это? А подтянуть можно, интересно? Сейчас проверим. Подтянуть можно. Блин, а вот поймать рыбку нельзя. Сидя на кресле, к сожалению. Было бы неплохо. Чтоб стаминка типа не тратилась, было бы действительно неплохо. Но у разработчика совсем другие. Или даже не стамина, а чтобы меньше тратилась еда и вода. Ну, то есть, когда сидишь, типа, ничего не делаешь. Меньше тратишь
всего. О, это у нас щука. Или как Филипп называет ее, карандашик. Еда. Так, возвращаем на место. Попользовались и хватит. Удивительно, что он еще для удочки не сделал этот износ. Три раза половил, опа, и сломалась удочка. Так, тут есть акваланг, кстати говоря, есть. Блин, ну акваланга нету. Есть плита. Есть холодильник. Так, антибиотик. Генератор, это все хорошо. Блин, показалось, что лестница у нас на второго этажа здесь нет. Так, дерево, фляги. Стекла. Видать, еще что-то тут планировало строиться, но пока, наверное, нормально. Так, следующую у нас по этому. Как говорится, по карте посмотрим сейчас, куда идти надо. Ну, по традиции тогда сходим пощекочем этих охотничков. Судя по карте, они где-то здесь у меня за спиной должны быть. Ой, да не бубни, студент. А вот они, собственно говоря. Ты уже отстал? Почти. Эй, Вася! Блин, промахнулся. Ну как это? О, бегут, бегут, неуклюже. Так, чем кормят на изи-то? Так, патрончики. Давай. У меня такие есть. А ты чем кормишь? Где-то там. Спички, ягодки я у тебя возьму. Пожуем. Дорожку. О, он говорит чик-чик. В смысле? А ну да, третий внутри прячется. Это первая база. А, вышел. Вышел покурить. Сейчас посмотрим, что у них внутри есть. Так, ну вот, я заходил к ним, получается, вот что у них было. Мина. Кстати, мина, давай в кусты поставим им. Сюрприз, так сказать. Вот здесь вот они любят кусты. А, нельзя ставить слишком близко с базой. А показывает, что можно. Ладно, давай вот за этих кустов. Они эти тоже любят. О, тут можно. Немножко металла. Немножко того, немножко этого. Сгоревшее это, мета. Это нам ничего не надо. Это что такое ящик? Это случайно не закрытый? Нет, случайно не закрытый. А закрытый ящик можно здесь где-то поискать. Ладно, давайте поищем. Да, кстати, интересно, поправили это вот, что убиваешь зайца, он разлетается в кашу, блин, это плохо. В смысле, рядом медведь. А, плевать, мы медведя завалим. Опа, я промахнулся. Не хватило одной чуть-чуть ему буквально. Так, кролик, ты куда делся? Где там твои уши? Где-то дрыснул, блин, в эту сторону. Только я его не вижу. Кусты, наверное, в камыши ушел. Гад такой. Ну или хотя бы курицу найти. Да ладно вам, блин. Когда надо, как услышали, что я сейчас буду проверять на вас. Так сразу все и пропали. Так, что-то ходит. Наверное, зайчик, кстати. Нет, он все-таки разлетелся в кашу. Кровавое месиво. Разорванная тушка. Съесть его нельзя? А чё ж нельзя съесть-то? Ну шо ж в нем дырка посредине? Что его нельзя есть из-за этого? Ну да, мяса меньше стало. Ну так, блин, его можно приготовить и съесть. Ну ладно. Так, он еще мне написал там, что третья база куда-то переехала, он ее уничтожал, он не нашел ее, где он не знает. Ну, в принципе, искать-то что мы ее будем искать? Мы же не ради третьей базы собрались.
ради того, чтобы пойти сейчас в пещеру, посмотреть там пещерный домик, или как он там называется. Или домик в пещере. Так, мазки — это хорошо. И там, кстати, мина лежит для этих... для охотничков, которые решат переходить в неположенном месте. Бумс, под зад. Так, ягодку давай. Так, вон база этих охотничков. Поздороваемся с ними. Оп, побежал куда-то. Конечно, я промахнулся. А вон тут. Давай, 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 давай. Чтоб ушел, зараза. Ну вот вон волк есть, допустим, или медведь. Что это такое, что-то стоит. А, волк. Попал. А студентам не видно. Ну ладно, неважно. Еще один мостик с минами. Сюрприз для охотников. Кстати, вот еще мина на подходе к базе. А вон еще мина. Мин полно на самом деле. Вот, блин. Наступил хорошо на меня. На меня мины не реагируют. Думал перепрыгнуть, но нет. Ладно, сейчас я поищу акваланг тут, если он есть, конечно. Надеюсь, что он есть. Ну, должен быть. А вот, собственно, и акваланг. Ну-ка, одевай. Не прям сейчас в пещере. Так, давай, два пустых возьмем. Как раз мне хватит одного с головой. Еще и останется половинка там чего-то там. Так, ну, плывем в пещеру. Вот он, вход в пещеру. Погнали. Наконец-то он исправил эту фигню, когда заходишь, что бум, резкий такой перелом, ну, как будто загружается другой мир. А сейчас он это исправил, это хорошо. Так, вот мы и внутри. А вот и домик, собственно говоря, охотничий. И поблизости никого нет, вот и хорошо. Так, тут и оружка есть, и пистолетики, и патрончики, и помидорчики, и баллончики на всякий случай. На обратный ход. И дрова есть. И спичка. Все замечательно. Че это там такое? Вот она, на потолке мышь. Мышь. Полевая. В смысле, летучая. Блин, промазал. Опять. Ну что, мы даром ее убили, что ли? Интересно, уголь появился. Прям на вот этом кусочке я здесь ни разу не видел, чтобы здесь что-то появлялось. Там, блин, ты что, ты там цепляешься, выйди. О. Да. Неплохо. Ну что ж. Мне понравилась идея с картой. Все написано, где что есть. Вот такой был обзор. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.